Еще одно ЧП в начале недели произошло на Красноярской ГЭС. Там на гребне плотины гидроэлектростанции раздался сильный хлопок. По предварительным данным, во время лакокрасочных работ на подкрановой балке воспламенились пары краски. В результате взрыва погибли двое рабочих, еще один госпитализирован с переломом руки. По данным Енисейского бассейнового управления, на работу ГЭС инцидент не повлиял, и опасности для жителей Дивногорска и Красноярска нет. По факту взрыва заведено уголовное дело.